Правительство Тувы утвердило форму соглашения с пользователями охотничьих угодий, которая призвана обеспечить цикл мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов среди их обитания, а также нацеливает охотхозяйство на создание инфраструктуры на развитие охотничьего туризма. По словам руководителя регионального госкомохотнадзора, с февраля 2018 года будут проведены аукционы на право заключения хозяйственных соглашений с предпринимателями, готовыми инвестировать в охотничий туризм. Проект развития охотничьего туризма является приоритетом госкомохотнадзора Тувы на ближайшие 3 года. Власти республики готовы поддержать инвесторов и предусматривают в региональном бюджете на эти цели порядка 10 миллионов рублей. По планам комитета, за 3 года предстоит выстроить и запустить как минимум 3 базы в таежных районах республики. В частности, 1 в Пихемском и 2 в Коахемском районах. Каждый охотничий комплекс должен включать дома для охотников, егерские кордоны, остановочные пункты, лодочные пристани, стрелковые вышки, подкормочные сооружения, просеки и другие постройки, предназначенные для организации охоты и быта туристов.